Каким будет полет будущего? Дать представление об этом может ежегодный авиасалон в британском Фарнборо. Здесь есть все от технологий, уже представленных на рынке или тех, которые скоро на нем появятся, до самых, что ни на есть, футуристических проектов. Производитель аэробусов предлагает использовать в авиации iPad. Планшет с сенсорным экраном, полюбившийся миллионам людей, теперь сможет помочь пилотам в пути. Например, рассчитать параметры взлета. Мы должны суметь предложить клиентам технологию, которую знают даже дети. И это фантастика с точки зрения эргономики, доступности и обработки данных. Инновационные проекты занимают на авиасалоне Фарнборо особое место. Среди них идеи ведущих вузов, в том числе университета Кардиффа. Его специалисты работают над системой, которая сможет быстро и эффективно отыскать поломку во время полета. Система помогает получать информацию о любых повреждениях самолета, определять, что это за неполадки и где они. В конструкцию встраиваются сенсоры, которые позволяют локализовать повреждения. А компания Virgin Galactic на выставке Фарнборо впервые продемонстрировала полномасштабную модель космического корабля Galactic Spaceship 2. На нем компания Брэнсона планирует регулярно отправлять в космос туристов.